Теракт в центре Барселоны. Фургон въехал в толпу людей на улице Ля Рамбра, недалеко от площади Каталония. По последней информации, погибли 13 человек, среди них дети. Ранения получили не менее 30 человек. На месте инцидента сейчас работает полиция. Она квалифицировала инцидент как теракт. Кто был за рулем грузовика, пока неизвестно. Местные СМИ сообщают, что вооруженные нападавшие забаррикадировались в одном из баров. Близлежащие районы оцеплены. Людей из нескольких зданий в центре Барселоны эвакуировали. Все станции метро закрыты. Есть ли среди пострадавших украинцы, сейчас выясняет Министерство иностранных дел Украины.